Привет всем, друзья! С вами Young Saint и портал infogame.com. И вот он, третий выпуск, в котором мы рассмотрим такого героя, как Лич. Будучи живым, ледяной маг и Трейн использовал свои деструктивные способности для порабощения мирных королевств. Однако, мировым лидерам все же удалось договориться, и при поддержке других великих магов они смогли задержать колдуна и, связав его магической веревкой, скинули в бездонную яму, прозванную Черным Колодцем. Возможно, он оставался бы там навечно, если бы не геомансер Анхил, который пробудил его, обследуя колодец в поисках легенд и сокровищ, о чем потом пожалел, ведь Лич его тут же поглотил. Отныне ледяной маг выступает за силы тьмы, и поверьте, вы бы не захотели с ним встретиться на узкой дорожке, ведь его леденящий взгляд практически высасывает душу из оппонента. Основная роль данного героя – поддержка и активный ганг. Давайте поподробнее остановимся на способностях персонажа. Frost Blast. Лич создает ледяной взрыв вокруг указанного вражеского юнита. Сам юнит получает магический урон и замедляется. Кроме этого, все рядом стоящие с целью вражеские единицы получают часть урона и также замедляются. Данный скилл является потенциально неисчерпаемым источником магического урона. Поэтому прокачка данного скилла остается в приоритете. Второе умение героя – Ice Armor. Лич покрывает доспех дружественного ему юнита ледяным панцирем, который значительно снижает физические повреждения от врагов, принимая удар на себя. Также зачарованный панцирь замедляет любого, чье оружие в ближнем бою прикоснется к нему. Третья способность – Sacrifice. Лич вытягивает душу из союзного юнита, но не из героя, при этом убивая его и получая ману, в процентном соотношении от количества жизни цели на момент произнесения заклинания. Так, например, на четвертом уровне вы получите 60% от текущих жизней цели в виде маны. Противники, естественно, не получают опыта от крипов, убитых таким образом. Заклинание дает невероятное количество маны, благодаря чему вы сможете практически безостановочно использовать ваш первый скилл и не давать качаться оппоненту на линии. Ultimate Chain Frost. Лич создает ледяной шар, который стремится высосать тепло из всего живого. Лич указывает шару первую цель, а дальше тот самостоятельно перескакивает между другими юнитами, нанося значительный магический урон. Более того, первая цель заклинания получает мини-стан, который пробивает аватары. И этим можно пользоваться, чтобы сбивать кастующиеся заклинания героев. Одна и та же цель может получить урон от шара несколько раз. Главное, чтобы это произошло не подряд. Максимум урона получают две соседние цели, между которыми по очереди будет прыгать шарик. Более того, ульт усиливается предметом Ultimate Scepter, он же Аганим, он же Усилок. Ульт не наносит урона целям в антимагии, однако отскакивает от них. При правильном применении Chain Frost наносит колоссальное количество урона, однако правильно применять его нужно уметь. Сейчас подробнее рассмотрим предметы, которые нужны данному герою. Богатый выбор ботинок. Во-первых, Личу бы подошли и Travel Boots, но за их высокой стоимости мы остановимся на двух вариантах. Это Face Boots, либо Power Threads. Если вам требуется активнее гангать, то тут, конечно же, подойдут Face Boots. Но если вам хочется побольше силы, а значит и живучести, рекомендуется сварить Power Threads и переключить их на силу. Ну а с недостатком количества жизней также сможет справиться и урна. Если деньги нам льются рекой, возможно, самое время сделать Некрономикон, но только если вы умеете эффективно ими управлять. Ближе к середине игры нам все же необходимо будет сварить усилок, так как наш ультимейт станет еще сильнее и деструктивнее. Ну а в лейте нам подойдут любые магические предметы, а может быть и Шивасгард, и Гинса, и Рефрешер. Все, конечно же, зависит от вашего стиля игры, но и от игровой ситуации как таковой. Всем спасибо за внимание, надеюсь, вам понравился данный обзор. С вами был Young Saint и портал infogame.com. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и играйте в правильные игры. Всем до встречи на просторах интернета. What am I doing?
Привет всем, друзья! Меня зовут Лич, и отныне я постоянный ведущий программы «Погода в Доте». Но сегодняшний прогноз будет очень коротким. Вас всех ждет леденящую душу буря!